Туб-диспансер. Сегодня у нас 13 июля 2023 года. Часовня туб-диспансера, город Соликамск. Общий обзор. Возможно, он последний. Туб-диспансер закрывают 19-го. Вот его эвакуация, переселение в Березники больных, а монах Евграф освояси едет в Божий храм. Вот эту красоту вы больше не узрите, вот. Шесть лет назад я приехал, ничего этого не было вообще. С собой было всего 3 иконки. Ну и книг не так много, вот сколько книг. Сколько икон, сколько книг. А здесь целая библиотека. Там еще вторая, как бы стенка сзади. Это передний план, за этими книгами еще там есть целый ряд. И так до полу, все до полу. Вот и все, книги, такие вот толстые книги. Там вот это по истории все, вот здесь исторические все книги. Здесь акафисты Божьей Матери, календарь. Здесь то, что необходимо для чтения, лестница. Это мы с иеромонахом Пименом, Царство Небесное, вечная память. Мы с ним вместе пришли в Чердынский мужской монастырь. Он уже отошел от нас. Вот это коробки. Это вот коробки, все надо будет. Это все упаковывать. Ужас. Ужас. Коробки, чемодан. Вон уже упаковали что-то. Опять это все. Ой, деваться некуда. Помоги нам, Господь, на все воля Божья. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.